Глава компании «Балтстрой» Дмитрий Сергеев обвинен в создании преступного сообщества и серии мошенничеств по делу предприятия АТЭКС ФСО России. Компании, которая получила подряд на реконструкцию президентской резиденции в Новоогарёво. Эту информацию нашему телеканалу подтвердили в Басманном суде Москвы, где рассматривается вопрос об аресте задержанного. По версии Следственного комитета, при реконструкции были похищены бюджетные средства на сумму не менее 225 миллионов рублей. Ранее по этому делу задержали и арестовали директора АТЭКС Андрея Каминова, его бывшего зама и четверых бизнесменов из Петербурга. Но я напомню, что Дмитрий Сергеев накануне был вывезен из Куйбышевского суда Петербурга сотрудниками ФСБ. Его экстренное задержание состоялось сразу после оглашения приговора по делу о хищении 72 миллионов рублей при исполнении контрактов Минкульта. Суд признал Сергеева виновным в тройном мошенничестве, но из-за признательных показаний и заключенной сделки со следствием ограничился условным сроком в 4 года и 6 месяцев.